Изучаем кухню Западной Украины. Для начала пражим немножко муки. Процесс нифига не интересный. Так ты ее прямо на сухую там просто прокаливаешь как-то. Да. Она становится чуть-чуть. Ну, если делать паузы, она становится совсем черная. Но это уже не фонтан. А если нормально, она по чуть-чуть доходит до такого золотистого цвета. Это что у вас? Вот это вот морковка и лук и все? Да, просто обжаренные. Что тут внутри? Наш птица феникс, картофан и лучок с морковку. Перчик. Та-дам. Та-дам. Помидорки. Ты специально помидоры вез сюда? Специально для этого? И еще для ухи. Но вот бонен, это было специально сюда. Еще и бонен. Их мыть не надо? Не-не, я вот думаю, вот такое дело. Часть этой мачмалы век. А все остальное сюда. Хотя мись... Довали все. Уйдет. Ну, уйдет, но еще на когда-то может пригодиться. В салат. Как-то так. Так. Это мука твоя жареная? Мука пражная, да. Худж. А чем ты ее разводил? Водичкой. Потому что если ее в один момент туда бросить, получится некрасиво. Вот так. Это что за драгоценная влага? Башня. Искушение. Так мы и жили. Как я говорю, что у нас опять фузы были. Как называется вот это? Чинахе. 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 Хе-хе. Человек из Урала учить украинскую языку. А что за мясо? Феникс. Феникс. Птица завтрашнего дня. Птица счастья. Ну, в народе ее называют индюшка. Как прозаично. Индюха. Как прозаично. Чили кидал, не? Не. Судя по Валерии, это должно быть вкусно. Нормально, что надо. Пойдет.